Здравствуйте, меня зовут Шура, и вы на канале Handmade Aza. И сегодня я буду рассказывать о том, как сделать вот такой вот жгут и о том, как его можно применять при изготовлении украшений. Сейчас вы видите, у меня на столе здесь небольшой беспорядок. Это все бусины и детали, из которых я собираюсь делать сегодняшнее украшение. Вот, и я тут вытащила деревянные бусины, бусины из лавы. Вот, большие вот такие у меня здесь есть. Я даже не помню, откуда они у меня взялись. У них очень такие большие отверстия. Вот, потом вот эти вы уже знаете. Это лава с приклеенными шапочками. Возможно, я их буду использовать. Они мне подходят по диаметру. Потом у меня есть вот такие маленькие бусинки. Плоские. Вот есть такие, это деревянные бусины. И вот такие же, но другого цвета. Вот здесь у меня лежат бисеринки. Потому что вот такие большие отверстия, да, и я собираюсь применять мемори-проволоку, и мне нужно будет чем-то заполнять их, чтобы бусины не болтались. А вот здесь вот у меня лежит два кожаных шнурка, из которых я буду плести вот эту вот деталь. У меня получилась вот такая, так скажем, одна большая бусина. Вот это в зависимости от вашей фантазии. Можно ее удлинить и просто цеплять уже соединительные колечки вот прямо вот здесь. И... Или сделать это вот поменьше. Сделать как такую продолговатую бусину. Это уже как вам ваша фантазия подсказывает. Я взяла вот этот шнурок и вот такой вот шнурок, он изготовлен в Индии. Ну, покупала я его, честно скажу, 100 лет назад. Вот. И вот настоящая кожа, такая замшевая. Вот. Но это может быть не только кожа, но какой-то шнурок, какая-то такая тонкая или веревка. Но это все зависит от того, какая у вас модель. Какая вам модель представляется. Но для начала я скажу, какая длина у этого шнура. Длина этого шнура, вот каждого из них, где-то 1 м и 4 см. Я вот складываю их пополам, эти два шнура. Вот крест-накрест я их складываю. Я еще так проверю, чтобы я их ровно сложила. Вот. Ну да, в общем, приблизительно ровно. Вот я их складываю, и я буду делать... Вот здесь вот отверстие. Я буду делать отверстие вот. Потому что через это отверстие я буду продевать мемори-проволоку. Мне нужно ручку какую-нибудь, чтобы отмерить, где у меня середина. Где-то здесь. Я нашла такую коробочку себе. И с помощью вот этой коробочки я буду... делать это отверстие. Может быть, что-нибудь есть более удобное и удачное, или более острое, потому что этот мой напильник, он не очень острый. Ну вот я сделала здесь дырку. Вот, может быть, вам видно. Да, вот она. Вот она модельчика. И с этой стороны она маленькая, а я сделаю и с этой такую большую. Вот. Потому что я хочу... Я не знаю, в общем, с какой стороны... Я буду просовывать мемори-проволоку, поэтому чтобы... Да, вот, вот такая дырочка, очень хорошо, большая, на самом деле. И теперь мне нужно делать еще одну дырочку в другом шнуре. Ну вот сейчас я покажу, как будет делаться это плетение. Вот у меня два шнурка, и в каждом есть отверстие. Вот первое отверстие я... одеваю на мемори проволоку через первое отверстие. Вот я провожу мемори проволоку. Вот. Вот. И теперь беру второй шнурок. Вот. И у меня есть еще одно отверстие. Вот. Одеваю. И вот если вы видите, то вот так вот сделаем.
Вот memory проволока посередине. Теперь верхний шнурок лежит по горизонтали. Нижний шнурок, он, ну, как бы по вертикали. Вот как мы начинаем плетение. Плетение очень простое. Главное, чтобы вот у вас получилось хотя бы первый раз. Я имею в виду первая, вот, первая как бы часть. Потом она, эта часть, все время повторяется. Значит, мы берем вот этот вот шнурок, который находится под, да, и накрываем им верхний вот, вот этот вот, да, держим, берем второй, вот, и накрываем вот, вот эту часть. Теперь берем вот тот, который мы накрыли, и сюда его. А теперь вот этот последний, мы его продеваем вот в это вот отверстие. Вот. Вот так вот это вот происходит. Вот я не очень уверена, что вам будет понятно, как это делать. Я буду показывать еще. Я, в общем, думаю, что не очень всем понятно, как его плести. И, в общем-то, я решила вот показать вот из двух таких веревок с бусинами, как это делается. Вот. Вот, смотрите, один лежит вертикально, а сверху лежит вот горизонтально. Вот, вот. И все, что мы делаем, это один кладем сюда, второй кладем вот сюда. Теперь вот этот вот кладем сюда, а последний мы засовываем в это отверстие. Все. Надеюсь, что это вам помогло. Вот. Все. Я специально выбрала такое необычное что-то, ну, потому что вот все эти маленькие шнурки вот как-то не очень видно на них. То есть, ну, вот вы видите, вот первое, как говорится, первое звено, если можно назвать это звеном, сделано. Теперь можно продолжить. То есть вот этот вот, можно с любого начинать, вот этот мы. Главное, надо смотреть, чтобы memory была по центру. Потом ее можно будет вытащить. Вот когда мы все это сделали, мы затягиваем просто. То есть смысл такой, что вот каждый шнурок, он перекрывает другой, а последний нужно засунуть в петельку. Вот. Еще можно делать вот ручки для сумки, вот такие. Я вот, мне сейчас пришла в голову такая идея, такая плетеная ручка, мне кажется, было бы очень неплохо. И нужно затягивать, чтобы со всех сторон было одинаково. Вот. Но поскольку вот уже сделано много, что я могу вытащить эту memory проволоку и просто плести. Мне нужно будет сплести вот точно такую же. И когда я сплету, вот я буду собирать мой чокер. И, ну вот вы уже видите, что все уже получается, да? Вот. И я буду так продолжать, и потом покажу, что у меня получилось.
Ну вот теперь я закончила плести, и вот можно увидеть, что это вот одинакового размера. Вот. И теперь я должна буду подклеить вот эти вот кусочки кожи, чтобы они не расползлись. Хотя я думаю, что вот эта вот замшевая кожа, она очень хорошо сидит и без этого. Но я все-таки подклею на всякий случай. Вот для этого я, поскольку это мой последний уровень, да, я вот немножко как бы распущу его. Я буду выдавливать клей из моей вот бутылочки. Это у меня так и глю. Вот прямо вот в эти вот отверстия. И потом затяну. Вот можно использовать не совсем любой клей, вот который, если вы используете кожу, чтобы на коже не оставалось отпечатков. Я знаю, что вот от этого клея не останется никаких отпечатков. Вот сюда немножко. Потом вот сюда немножко. Теперь вот сюда немножко. И вот сюда немножко. И теперь я буду затягивать вот этот вот мой последний уровень. Так вот. Так, так. И со всех сторон. Ну вот, когда я затянула, то теперь можно обрезать вот эти концы ножницами. Обрезать все лишнее. Ножницами или кусачками. Вот я буду обрезать кусачками. Раз. Два. Три и... Четыре. Ну вот и сейчас я сплела уже эти две вещи. Обе они почти готовы. Вот на этой вот уже все наклеено. Вот эта вот шапочка с обоих сторон. А здесь я вот буду показывать, как я буду это делать в процессе работы. И вот сейчас я покажу, как у меня вышел этот чокер. Вот я решила использовать в основном такие деревянные бусины. Вот, за исключением, ну, вот этой маленькой проставочной бежевой бусины. Это пейзажная яшма. Но двух бусин вот лавы. И вот это вот оранжевое, это турквенит. Не оранжевое, такое какой-то темно-лососевый цвет. Так назовем. Вот, все остальное деревянное. И что вот здесь интересного в этих бусинах? Вот то, что все эти бусины, они имеют очень большое отверстие. И вот если посмотреть, то... Вот здесь вот не видно. Но вот отверстие, вот оно видно вот тут. Да? И видно, что... Вот я поднесу, не помогает. Что вот здесь вот даже вставлена такая целая бусина бежевая. Из пейзажной яшмы, да. Потому что отверстие настолько большое, и чтобы сама бусина не болталась на мемори проволоке, вот, пришлось вставлять туда дополнительных бусин, чтобы закрыть все это отверстие. И вот, в общем, во всех вот этих бусинах, да, и отверстия очень большие, и везде вставлены какие-то бисеринки маленькие. Вот здесь вот побольше, мне кажется, или такие же. Но я использовала бисер нескольких размеров. И также вот я использовала
вот эти маленькие бусины. Вот. И везде, вот видите, везде, если их потрясти и подвигать, то они вот выходят. Но в конечном итоге, когда memory проволока будет закрыта, ничего не будет видно. Вот, вот такой вот выйдет перед чокера. И вот, вот на эту часть я уже могу одевать вот эту вот вещь, которую я сплела. И вот тем местом, которое я обрезала, это пойдет на спинку. И сейчас я буду одевать. Ну, одевать не очень легко. Ну, вот, вот кожа, она дает мне возможность это делать. Но если у вас будет какой-то... Использоваться какой-то шнур из, может быть, ткани или какой-то более мягкий, то memory проволока может просто его прокалывать и не давать вам пройти. Вот. И в таком случае нужно просто сразу как бы плести на memory проволоке и не вытаскивать ее больше. Ну, ну вот я одела вот эту вот деталь. Вот. И теперь я буду одевать вторую деталь. Вот эту. И я уже одела шапочку для нее, потому что приклеивать шапочку я буду... прямо на memory проволоке. Вот. И обрезанная часть вот эта вот будет у меня в районе спины. А вот эта часть будет видна спереди. И вот таким же самым способом я буду... То есть уже видно, что я прошла через две... вот эти вот, через два вот этих шнурка и попала в обе дырочки. И сейчас я вот такими движениями вот буду идти вперед. А вот все. Ну, все, вот я прошла. В общем-то, идея уже понятна, что будет вот, вот так вот. Вот так, да. Вот так. Вот я буду использовать этот таки глю. Вот. Можно на самом деле и какой-то другой клей использовать, потому что, мне кажется, ну, который можно приклеивать кожу и металл. Есть такие вот клеи, которые для всех нужд. Вот. Ну вот, и нужно положить шапочку и вот, в общем, так вот оставить на какое-то время. И да, и подождать, когда она приклеится. Это тоже не занимает долго, много времени, но какое-то время это займет, конечно же. Но вот я не волнуюсь, даже если какая-то капелька здесь у меня видна от этого клея, все равно он будет прозрачный и невидимый. Вот так вот я вот придавила, может быть, еще как-то стоит вот так вот придавить с помощью бусин. И вот, может быть, ну, как-то зажать вот эту вещь и прижать. Так. Так, да. Все, вот так вот я оставлю, и потом я приду приклеивать вторую шапочку. Ну, вот, в общем, я приклеила, ну, еще не совсем приклеилась, да, но я думаю, что я уже могу... Я думаю, что я уже могу приклеивать на вторую сторону эту шапочку. Окей.
должны ее правильно посадить, эту шапочку. И мне вот придется ее, наверное, подержать. Вот в этом. Я попробую ее. Вот. Вот. Держать не придется, сама будет держаться. Вот и да, здесь вот видно, что в некоторых местах немножко мокро, но клей высохнет и ничего не будет видно. Ну вот теперь вот это все приклеилась, хотя мне кажется, лучше бы подождать еще подольше, но ждать совсем не хочется. Вот, и нужно заканчивать. Нужно ли мне поставить какую-то маленькую бусинку в конце? Вот, или без бусинки? Совершенно мне непонятно. Наверное, вот будет маленькая такая бусинка. Ну вот я попробую закрутить мемори и посмотреть, как это будет выглядеть. Я хочу сделать очень маленькое колечко. Так вот. Вот так вот. Вот такая маленькая петелька вышла. Очень хорошо, ничего не нужно обрезать. Вот. Нужно теперь все подтянуть. Вот, и мне вот не очень нравится, что она вот так закручена, хочется ее немножко отогнуть. Так она посередине стоит, по крайней мере. Ну и вторую стоит точно так же сделать. Вторую часть. Вот. Идеально и ровно. Осталось сделать замочек и сережки. И я пойду померяю на манекене, как это будет выглядеть. Ну теперь этот чокер можно посмотреть на манекене. И вот там вот находится эта деталь плетеная, которую я сделала. Вот очень простой такой кантри-чокер. Это вообще на самом деле мой первый эксперимент с вот с такой плетеной деталью. Я думаю, что она очень перспективная. Эта деталь. И ее можно использовать вообще полностью как такой плетеный жгут и разной толщины из разных материалов. Задумала я и стала ее использовать только потому, что у меня не хватало вот таких вот деревянных бус спереди, и я не хотела делать никакой там силиконовый жгут. И вот здесь вот я его добавила в серьги. Ну, вот такой вот общий вид. Вот. И мне показалось, что плетеная вещь, она очень подходит к кантри стилю. Ну, вот. Ну и вообще, мне кажется, этот жгут, если можно его так назвать, можно использовать и не только для этого. То есть мне кажется, что у него
может быть, широкое применение. Сейчас мое видео подходит к концу. И всем удачи и скоро увидимся.